Доброго времени суток. По-прежнему это следующая часть. Мы тут все ждем начала. Как видите, самым большим популярностью большой пользуются девушки-хостес в зоне Kinect танцев. Все мужчины просто здесь очарованные стоят. Попытаемся найти следующего интервьюверного. Доброго времени суток. Как вам после вчерашнего? Хорошо. Не дадите интервью, хотя бы пару слов. Что вы думаете по поводу MS Suite? Замечательное мероприятие, да. Спасибо большое за организацию. Вот. Ну, а сухой остаток? Куча знаний, море впечатлений, все прекрасно. Спасибо. О, еще. Ну, спасибо большое за теплые слова, а то не все так говорят. Так, попробуем найти еще кого-то. Вот, двое товарищей. Товарищ! А что вы думаете по поводу MS Suite? Спросил я, смотрите, в то время как один из них подкрадывался со снайперской винтовкой к другому. Кто ж вам эту зону включил? Вы же здесь никогда друг друга не найдете. Ну тут если взять классную, это самое, классную снайперскую винтовку, можно сразу в голову и насмерть. Ее только найти надо. Можно я вас вот так вот сниму? Вы играете? Да, да, да. Это, так подождите, а что вы под град лазите? Под град убивает насмерть. Да. Кто не знает, это GFO. Здесь идут бои. Может вам выйти из этого уровня? Вы поиграете на нормальном уровне? Не? Ну как хотите. Саша, что ты думаешь по поводу мероприятия? Вот. Это, о! Вот кто даст нам интервью. Это он, полиция. Полиция, не пересекать. Андрей, а что вы думаете по поводу сегодняшнего мероприятия и вчерашнего? Думаю, будет значительно теплее. Сегодня? Сегодня, чем вчера. Да. Сегодня температура на улице значительно лучше. А я думал, самогонку будем наливать. Ну, раз не будем... Спросим уважаемой охране, которая здесь, что она думает по поводу Kinect. Я точно знаю, что про Kinect у них есть свое мнение. Игры, да? Да, прикольная, да. Прикольная вещь. Домой надо все такие брать. Да. Спорт. Вот, развитие. Вот, видите, что говорят? Спорт. Спорт – это все. Так. Владимир. Чего? Пару слов. На пару слов. Надо что-то сказать. Вот. No comment. No comment. Вот так вот. Это федеральный эксперт. Ровно пара слов. Кто еще? Кто еще же даст нам какое-то интервью? А вот, насколько я понимаю, книги нашли своих владельцев. День добрый. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу Николай, Микола? Черновецкий? Черновецкий. Скажите, будь ласка, пару слов про мероприятие-то. Так я только приехал, что ж сказать. А, вы первый день сегодня? Да, да. Сразу первое впечатление, холодно у вас в Киеве. Да. Снега полно. А у вас там нет, да? У нас еще хуже. А у вас там еще хуже. Нас засыпало вообще. Понятно. Ну, сейчас это нас дойдет, готовьтесь. Ну, проходите, смотрите, у нас здесь есть зона Kinect, там знакомы с технологией Microsoft Kinect? Да, немножко. Вот вы сможете поиграть, посмотреть, а там дальше... Я буду посмотреть. Да, посмотреть. А это для всех, я тоже не молодой, но все равно играю. Еще некоторым фору дам. Так, ну что ж. Кого-то хоть поймать для интервью можно? Дайте интервью. Дайте интервью, пожалуйста. Не дать. Итак, начинаем такой небольшой флешмоб. Кого еще не просил интервью? Я у вас не брал интервью. Вы хотите пару слов сказать по поводу свиты, того, что вы вот это сейчас видите? Правда, похоже, что белочка вот эта адская пришла к ним? Да. Паучки, паучки по стенам разбегаются. А как вам вообще Microsoft Suite? Вообще прикольно. Прикольно? Да. Есть что-то хорошее, что именно вот такое запоминающееся? Ну, кроме вот, вот, кроме да. Вот этого, да. Кроме вот этого. Есть. Ну, сухой остаток. А что именно? Ну, есть классные вообще... Доклады классные. Это которые? Много было хороших. Ну, например, по технологии я имею в виду. По технологии, вот, если так... .NET, MVC.
А, о, спасибо. Будете применять? Да. А облака? Надо еще разобраться. А телефон? Телефон пока нет. Вот так всегда. Ну, спасибо. Будем знать. Кто бы еще сказал мне пару ласковых слов-то? Скажите пару ласковых слов. Скажите пару ласковых слов. Доброе утро. Доброе утро. Как вам свит? Пойдет. Пойдет? Я доволен, мне понравилось. Что именно? Вчерашний день понравился. Ну, вот доклады понравились. Какие? По каким технологиям? Вот такой, такой технологии, которые можно выделить. Во-первых, ну, до этого задумывался, что такое ажур, и, в общем-то, я не знал. Вот, пришел, не знал. И тут пришел, мы поняли, что да, все в ажуре. Сказали, да. Ясненько. Потом еще понравился доклад про SQL сервер 11 понравился. И понравился вот тот, который перед ним был. Я тоже. Ну, по технологиям. А технологии там... Сейчас. Вот так всегда, вот он сухой остаток. Ну, в общем-то, оно, сама подача вот, мне понравилась. А как насчет... Вот... И вот как раз перед 11 стихом. Я понял. А как вот насчет вообще мероприятия? Тоже понравилось. Пиво вчера понравилось. Концерт Бенд понравилось. Хорошо играл, да? Кинекты? Это тоже ничего. Девушки вот... Вот это, да? О, как она пляшет. Ну что ж, спасибо. Будем ждать вас в следующем году. Кто еще? Где же эти жертвы? Не дадите интервью? Не скажете ли? Игорь, о, мы это самое, можно чуть-чуть назад, а то камера не успевает фокусироваться. Скажите, пожалуйста, хорошее, плохое, что ожидали, что хотели получить, что получили, не получили? Ожидалось более эпичное такое мероприятие. Эпичное-то как? Больше всего. Больше всего? Больше докладов? Больше докладов. Больше мероприятий разных. Ну, Kinect, это хорошо понравилось. Да. Только, конечно, девочка, которая танцевала целый день. А вот у нас новая, вторая там выдохла. Вот, ну. Не, так это специально мы поставили, чтобы продемонстрировать вам мехотехнологии. То, что вы можете прыгать и давить паучков, это понятно. А вот попробуйте так станцевать или научиться. Вот в чем была идея. Хорошо. Ну, а сухой остаток вот. Остаток? Технологии. Технологии хорошие, довольно большой взгляд в будущее, намного. Вот. Первый доклад Дмитрия Шинкева очень понравился. Так. Но вообще докладчики разного уровня. То есть были получше, были похуже. Ну, в общем, ну, докладчикам еще над собой работать. Ну, там видно, кто опытнее, кто менее опытный. Я понял. А вот из технологий именно имеется в виду не докладчик, а просто вот что захочется использовать сейчас. Вот я вышел в доклады и понимаю, блин, надо всем в ажур, однозначно в ажур. Да, вот это ажур, реально круто. Понравилось, ну, правда, это все так, будущее. Сейчас. А сейчас? Ну, сейчас можно, но как вот эта технология привозит контейнер, сервера. Да. Это круто. Понятно. Это наши мега-облака. Еще будущее. В Америке оно работает. Ну, у нас-то нет. Ну, пока нет. Но мы найдем место, где поставить контейнер и поставим. Ясно. Спасибо большое. Так, кто еще хочет сказать пару слов-то? Кому бы подобраться? Я задавал вопросы? Нет, не задавал вопрос. Скажите, пожалуйста, Александр, что вы по этому всему поводу думаете? Отлично. Да, организация, спасибо, мы старались. Что выделить, вот можно такое эпохальное? Или наоборот сказать там, а вот это было полный сакс? Да, слово понятное, да, надеюсь? Я понял. Откровенно? Да. Вторая конференция зала BIM. Да, есть, это я там выступал. Не, у вас третья конференция по счету была, а перед вами. Ага. Да, перед да, а Крючком. Все, да, а потом все отлично. Что, Олег стратил? Как-то не совсем. А, так себе. Информацию. Не, ну а как же, это ажур, это новое. Вот мы к тому же идем. Все нас обвиняют в том, что мы IT-администраторы сами без работы, а мы же как раз и хотели показать, что в облаке вы можете наоборот прийти и сказать, шеф, не надо покупать серверы. Смотри, сейчас быстренько заплатим за 10 инстансов ажура, все посчитаем и свернемся. И тема с серверами закрыта, я молодец. Вот, и, понимаете, это же была главная идея. А вот технологии, вот что именно вынести такого?
Ну вот, такая, такая технология, которая, которая захотелась, и вообще вот я приду и обязательно попробую сегодня, завтра посмотрю. А что, еще не пользуетесь, да? Ну, пока что я учусь, то есть еще таких масштабах предприятий я еще не пробовал, но очень вообще технология изначально понравилась. То есть я, конечно, знал о виртуализации все, ну как, на уровне пользователя. Ну, то есть это, ну, все пользуемся Virtual PC, VMware и так далее. Но вот в серверах Hyper-V вот просто поразил. Особенно динамическое распределение памяти между виртуальными машинами. Ну так, хорошее впечатление. Ясненько. Спасибо, мы старались это сделать. Это же все-таки Series Pack новый. Ну а там Kinect, кормежка, а то некоторые жаловались. Пиво. Сказали, что пиво невкусное было. Как тебе невкусное пиво? Ну, можно было получше. Kinect'ом не пользуюсь, не играю, времени нет. Так это ж не игра, это ж эти самые. Да, это ж вот вон они. Двое. Один паучки, а другие кудябликов. Да, Игорь, верите, вот я не знаю. Тут, наверное, вот конференция именно вот для девушек, в плане Kinect. Ну, скажем так, что вот этот вот Kinect с бубном, который, это мой личный Kinect, да, то есть я его принес из дому, чтобы... Ага. Да, я каждое утро занимаюсь на нем спортом. Вот. Вы девушка, просто делали праздник. Вот сколько вот хожу, смотрю, вот они постоянно там танцуют. Ну, они вас это заманивают. Они вам показывают, как играть, чтобы вы захотели. Не хотите попробовать? Как раз времени есть, нет, крипатура завтра обеспечена. Не, серьезно. Не, я увлекаюсь более такими традиционными играми, да. Gears of War. Бильярд. А, бильярд. Вот. Бильярд на Кинекте тоже есть. Какой, пул? Отдельно бильярд. Не, какой, пул? Да. Не, только русский. Ну, это американцы же писали, какой русский. А, подожду, пока выпустят. Будем ждать. Спасибо большое. Рад был услышать. Пожелания, да. У вас анкетка есть, вы пишите, да, обязательно. Да, заполняйте. Игорь, еще пару слов хочу сказать. Огромное спасибо за ваши лекции. Вот, я старался. Да, ну просто супер. Вот как всегда. Вот спасибо. Да. Все, удачи. Так, ну вот они с кудябликами-то. А паучки-то разбегаются, лови паучку. Вот он, да, побежал паучок, лови паучка. Давай, вот сверху, руками двигай. Это что ж ты так? Аккуратней, паучки, давай. Да и давим паучков по стенам. Ну что ж, вот она, вот. Аня сейчас зажжет. Полный танец. Вадим, хватит играть, пускай людей, сколько можно. Вот она, а? Ну что ж, пойдем дальше.